Дайте свет! Дайте свет! Дайте свет! Фу, видите, какой яркий свет? Сработало! Вот это да! Аж глаза слепят! Какой яркий свет дали! Тут сработало. Я не знаю, почему у попрошаек Краснодара никак не сработает. Тут вот сразу несколько раз попросил и сразу дали свет. Видите, какой яркий? Вообще просто вот хоть очки одевай. Всем очередной шалом. За окном очень сильный запах позорной капитуляции. А мы продолжаем смотреть, чем кормит настоящий братский народ свой настоящий братский народ. Итак, поехали. Мы нетрадиционно начнем с чипсов, потому что много всего дали, поэтому первое на подходе чипсы. Значит, вот раз, два, три пачечки, как видите, чипсов. Дальше киткат, киткат, две пачечки вот такого печенья, 3-6 булочек вот таких с изюмом вкусных. Под ними хлебушек черный мягкий, черно-серый мягкий, нарезной белый очень мягкий и два лаваша, сейчас покажу. Вот один лаваш, видите, как пух. И вот второй лаваш, свежий, видите, вот такой лаваш. Один, второй. Три кукурузки, три цукини, 5 огурчиков, грушка. По-братски насыпано так сливки. Тут у нас перчик, 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 в общем, 2, 4, 6, 7 перчиков, кивина одна, морковки кучка, яблочек по-братски, так видите, насыпано 2, 4, 6, 8, 10. Тут у нас персиков по-братски, вообще по-братски насыпано. Вот такого плана персики, кругленькие, лысые, вот такие нектаринки. Одна абрикоска, 3 манго, чуть-чуть помятые, правда. Тут у нас 2 лимончика, 2 лаймчика. По-братски опять насыпано редиски. Видите, какая кучка. 2 хрена. Это у нас сливки. Это у нас масло. 2 напитка. Пачечка яиц. Тут у нас йогурт, йогурт, йогурт. В общем, десерты такие. Намазочка. Дынька. Целая дынька. Хорошая. Дальше бутерброд вот такого плана. Тут у нас нарезочка колбасная. Видите, нарезочка колбасная, пачечка. Пачечка фарша и полпачки, полпалки колбасы. Картошечки по-братски опять-таки молодой насыпано. Тут у нас тесто. Это десерт. Это у нас соус. Это фасолька, 3 баночки кофе, так, что еще, 3 йогурта, это у нас такой салатик с мяском, видите, такой супчик-салатик, и тут у нас салатик с колбаской, дальше, что вот это у нас такое интересное, это джем, джем яблочный. Яблочный и абрикосовый, эпфель и марилля, да. Так, дальше идем. Это сахар. Тут у нас 3 куста полгрядки лука. Вот такого красивейшего. 2 пачки грибочков. Темненькие грибочки, светленькие грибочки. Качанчик капусточки и кустик салата. Да, кто в курсе, там американские фейковые видеомейкеры говорят, что в Ставрополе нету воды. Напишите, кто знает. Действительно там нету воды. Или все-таки есть дождевая, ну хотя бы. Ну или хотя бы в лужах, я не знаю. Напишите в комментариях. В принципе, много, да. Обычно дают меньше, но сегодня вот так много. Как-то так. Вот это все, чем кормит братский народ своих украинских беженцев. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте, жмите, пишите, помните, слава Украине, ам Израиль хай, всем пока!